Всем привет, дорогие зрители, начинается у нас вторая карта на DICE 2. Теперь работает Dignitas против Reason Gaming. Дингариньо погибает моментально от Эйзи, Пим делает килл, погибает Джаги, ситуация 3 в 5. Игрок с бомбой начинает проходить на аплент, и все, казалось бы, очень-очень плохо у команды Dignitas, но они довольно-таки круто начинают отыгрывать уже на дасте. Потащили кэш, напоминаю, 1-0 у нас в пользу дигов. Тут мне нужно счет справить сверху, потому что, как всегда, после ножей поменялись ребята карты сторонами, и в итоге Ханзир остается один против троих. Пытается переселять гуся, и это 1-0 в пользу Dignitas. Напоминаю, что карту Dust 2 выбирали как раз-таки Reason, и очень круто отыграли не на кэш, а именно Dust, как раз-таки их вариант. И на этой карте они будут играть, ну, наверное, получше. Однако я уже говорил, что Dust 2 это прежде всего хорошая карта для обеих команд. Эйзи откидывает на смок на центр. Кидает флешки на зигзаг. Контроль полный. Ханзир на ЦЗшке чекает на спитак. Три человека верхний. Один на центре. Тем временем погибает нас Мава на грибах. И Джаги играет Дезерт Иглан. Чекает ворота. Пим находится за творкой. Не знаю, проверит ли он. Но Пим пошел. Прочекал сам. В итоге повезло, что Джаги ему не попал. Джак тем временем с Desert Eagle чекает грибы. Извините, чекает. На яме находится у нас игрок защиты. Фунден тем временем, пистолет 5-7 действует на зиге. Пытается у нас Фунден нацеливать. А вот в стороне Б. Ну, готовы. Естественно, диги готовы обезвреживать. Они прекрасно знают, где находится соперник. Джаги в итоге выживает. Последний игрок команды Reason с Дезерт-Иглом перед коробкой. По деньгам у нас все плохо. У команды защиты $850 у нас остается у Джага. Но на следующий раунд, естественно, сейвит. Взрывается бомба. Дополнительные деньги зарабатывают игроки команда Dignitas, плюс 250 каждому за взрыв, и вот непонятно зачем в конце еще и погибает у нас игрок защиты. Успки. Пока что команда Reason, может быть, купят P250, там полетел у нас первый юспик. Судя по всему, кто-то что-то купил или просто Ханзир выкинул его. Нет, P2000 юспики у команды Reason. Ханзир перепрыгнул с турк ворот. Я так понимаю, террористы заходят в верхнюю тэшку, ну и попытаются сейчас быстро напрягать именно плент Б. Тут у нас Мава. Играет он с успиком. Позиция довольно-таки интересная, но убить его будет довольно-таки легко. Моментально сбривают игроки команды Dignitas своего оппонента. Ханзир даже в прыжках повесит с пистолетом P2000. У него не получается. Шнайдер разваливает судишка, играет дальше. Dignitas решили кушать своих оппонентов. Ой-ой-ой-ой-ой, какая хаешка залетает четко. Точнее, даже две четкие хаешки на кнопочке респаун. Погибает Хунден, погибает Дингариньо. В итоге Джаги остается один против пятерых. Играет он на терском респауне, чекает верхнюю тэшку. Ну и готов отстреливать дальше. Напоминаю, что спонсорами данного турнира являются компании Twitch, SteelSeries, G2A и, естественно, ставки. Ставки и gaming bets. Настоящие ставки. Ну, кстати, не настоящие ставки в виде скинов тоже являются партнером. Это CSGO Lounge, конечно же. Просто на одном сайте можно ставить виртуальные скины, на другом сайте можно ставить реальные деньги на победу той или иной команды. Хаешка на коробку стандартная от игроков защиты. Джаги тем временем прочекал, проверил и уходит. Тем временем Дингариньо будет ли играть у нас агрессивно здесь перед коробкой. Пока что стоит, халдит. Ну, рано или поздно наворвется. Под флешку своего тиммейта. Нет, смог летает пока что от тиммейта. Пока не вечер. Тем временем на центре работает у нас Дигнитасы. Заметил, по-моему, Хунда только что своего оппонента. Играет довольно-таки пассивно. Играет на чек. Там у нас три человека. Ну и
Опять же, будут ли флешки сейчас лететь Хундену или нет? Хундена, заметили, играет на флешке, его сейчас просто задавят. В итоге очень плохо отыграл у нас игрок на контрольской базе. Подловили его и стерли в пух и прах. Начинается закидочка гранат. Джагу откинули. Уходит он на коробку. Тем временем в яме у нас находится Хаймер Ингериньо. Вот такой вот полный ник у этого человека. Не знаю, правда, кто это. Судя по всему, моде. Но, опять же, точной информации у меня нету. И игроки дальше не меняют свои ники. Хандир. Ой-ой-ой, вот эта плюшка залетела. Хандир, отличная, шикарная стрельба, я бы сказал. Начинается выбивание от игроков защиты. Погибает Хандир. И еще один раунд. Ходит копилку команды Dignitas. 4-0. И, соответственно, нужно делать очередной эко-раунд. Маве. С P2000, Успик, Дигл. Хаймариня с P250 и 5-7 у нас у Хундена. Мейда с АК-47 забирает нас Ханзира. Начинается выход на точку Б. Шнейдер. Это зайчик. Там у нас есть игрок важнее, есть поворотом, и Шнайдер стреляется, переключается на свои любимые беретки. Напоминаю, что берет в последнем патче у нас тоже пофиксили. Девайс очень интересный. Ну и со временем команда его начнут брать все чаще и чаще, потому что в какой-то момент от него многие отказались. Нигерини в итоге пытается повесить по 250, но видят, слышат и обезвреживают. 5-0. Еще один раунд довольно-таки легко и просто достается команде Dignitas. По деньгам уже очень все прелестно, скажем так, у дигов. Полная доминация, 10 тысяч сверху. Много девайсов. Снайперская винтовка у Пимпа, естественно. Но как же на Дасте без АВП. Джаги тем временем пошел с АВП моментально на длину. Сначала повоюет, наверное, на старт. Потом, видимо, подожмет и попытается кого-нибудь подцеливать через сорку ворот. Хотя просто откидывает смок и особо не пушит. Полетает флешка от террориста. Кстати, два игрока защиты еще сослепли. Сыграли они очень плохо. А вот Хунден опять ошибается, дорогие зрители, на центре. Уже в который раз подводит он свой коллектив. Кстати, за воротами у нас находится игрок атаки. Он прекрасно слышал, скорее всего, сейчас Дингериньо и попытается отстрелить своего оппонента. Прилетает смок в стандартные ворота. Якобы его здесь не проверят, но его чекают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ярбе допускает огромный фейл. Дело в том, что он прекрасно знал, что видно тень. Он слышал своего соперника. Он должен был догадываться, что игрок защиты играет здесь агрессивно и, соответственно... Соответственно, Дингериньо. Великолепная индивидуальная игра. Забирает МСЛ и Шнейдера. Остается Эйзи с Пимпом. 2 в 4. Начинает выход через зигзаг. Упали в контрольский респаун. Джаги не догадывается, что в контрольской базе есть террорист. Но, в принципе, никаких бонусов это не дает команде Dignitas. Они заходят через окно. Они будут атаковать игрока на иксе. Будут атаковать Мавы в тупике. 35 секунд. Решили законтролить, я так понимаю, грибы. Ну... Интересно, кстати, играет защита. 2 на А в закрытую, 2 на Б в закрытую. Если сейчас игроки на Б погибнут, а судя по всему, они могут погибнуть. Здесь Хандир плохо не сыграет. Но даже если Хандир сыграет сейчас хорошо и отстрелит как минимум Эйзи, все равно погибнет и будут шансы у Пимпа. Правда, тянет время у нас Хандир, все четко. Выходит стреляться и минус Пимп. Первый раунд берут парни из команды Reason Gaming. Хотя даст 2, но потеряли двоих тиммейтов. АВПшка от Джаги, АВПшка от Хандира. Джаги, минус Пим. Отлично сыграл у нас игрок защиты. Законтролил неплохо только что своего оппонента. В итоге у нас Джаги продолжает играть. Снайперская винтовка Хандир с АВП на арене. И 4 в 5. Диги в меньшинстве. МСЛ тем временем продолжает контролить карту. Видимо, решили сыграть под флеш с своим тиммейтом, но передумал почему-то. Кьярбай. Ого! Как же Кьярбай знал, что здесь на ящике находится игрок защиты. Возможно, эти две команды тренируются друг с другом. Потому что увидеть в дым, мне кажется, он не мог сейчас. Но четко знал, кинул прекрасную гранату и пустил пару патронов смог. В итоге обезвредил защитника, который в прошлом раунде нанес ой-ой-ой, как много дэмэджа. Изи. В итоге. Выходит на центр. Заметил только что грибы.
решил, наверное, перегруппироваться. Стоят. Стоят у нас. Прошу прощения. Игроки атаки начинают все-таки выходить рано или поздно на точку Б. Тут у нас мало залетений. Неплохо. Попал в одного, второго, но никого не убил. Это промашка. Однако Джаггис ОП с Хантиром постарались. В итоге ситуация 2 в 3. В большинстве все равно у нас ребята из команды Reason Gaming. Бомба останавливается на дефолте. Но преимущество у террористов в том, что они на пленте. Хотя Ханзир подлавливает Шнайдера. И теперь последний игрок атаки. Это МСЛ. Один против двоих. МСЛ стоит в воротах. Ах, хорошая работа Хандира. Делает он квадрокил в этом раунде. Счет становится 5-2. И Дигнитасы потихонечку свою экономику теряют. Но я же говорил, что по деньгам этих парней было все очень круто. И поэтому они могут, в принципе, покупать и покупать еще долгое время. Залетайте на TeamSpeak. Ребят, напоминаю, что те IP-адреса TeamSpeak, которые, возможно, вы видите в чатах, это все обман, чтобы набрать классы, а точнее, чтобы отобрать ваши скины. Начинается выход на точку Б. На пленте находится у нас Хандир с АВП-шкой и пытается отстреливать. Играет дальше. Ай-яй-яй. Ошибочка от Хандира. В прошлом раунде сыграл шикарно, в этом раунде не попал в никого. Вот такая вот игра от снайпера. Четкая граната залетает от Кярба, а Б-плент занят ребятами из команды Team Dignitas. Они просто вышли на Б и затащили этот раунд. Сейв от Джаги, от Дингериньо и от Хундена, дорогие зрители. И это 6-2. Ну и, соответственно, не заходите на левый IP-адреса Team Speak'ов. Там вас обманут и заберут весь ваш инвентарь. Поэтому опасайтесь сторонних разных ссылок, айпишек, всего, что вы видите в чатах. Можете доверять только, если видите сообщение от модератора нашего канала. Или непосредственно от меня. Джаги с АВП-шкой дропнул своему тиммейту. Эмочку остается дальше со снайперкой. 7 раундов остается в первой половине. Ну и пока что Дигнитас, ну, 2 дали, но все равно не теряют, скажем, сноровочки. Пимп пытается отстреливать чель. Там у нас 3 игрока пыталась пропрыгнуть. Хунда занимает верхнюю тэшку. По-моему, появилась информация, и никто ему не помогает. Хотя нет, был у нас Джаги с АВП на Зиге. Тем временем где-то попали еще и по Ханзиру. Ну, 4 в 4. Размен прошел. Однако террорист не собирает информацию. Хотя Хандир играет дальше агрессивно верхней. Забирает теперь уже МСЛ. И позиционно у защиты все неплохо. Есть верхняя тэшка, есть зигзаг. То есть они, в принципе, теперь знают, где могут находить террористы. Хотя вот террористы тоже играют довольно-таки опрометчиво. Точнее, даже не опрометчиво, а неправильное слово подобрал. Террористы играют хорошо. Террористы заняли яму, и они могут пройти через длину, законтролить плент и поставить бомбу. И если сейчас длину не проверит у нас Джаги, тогда могут быть большие-большие проблемы. Джаги в итоге чекает, скорее всего, ее с плента, хотя начинается раскидка. Джаги пока что никого не видит. Начинается прокрыть. Хорошая хаешка и шикарный хедшот от Шнейда. Подошел Дингериньо на помощь. Играет он на Зиге. Ловят его под флешку, хотя не погибает. Но Дингериньо, хотя погибает. Он умирает, и Мавы остается один против двоих. Врывается на просвет, оцеливает моментально Пимпа. Неплохая индивидуальная игра. И вот она, эмка без душителя. Шикарная работа от Мавы. Великолепно. Третий раунд. Ну, вот с индивидуалочкой все очень круто у команды Reason Gaming порой. Но я могу сказать, что иногда подводят тимплей. Из этого тимплея ребят с команды Dignitas набирают какие-то свои раунды. Выживал только что один игрок защиты. Если Диги берут 7-й, они, естественно, берут 8-й. Потому что нету экономики сейчас у команды Reason Gaming. Выживал один лишь защитник. И какой еще будешь матч комментить сегодня? Нет, сегодня я больше не буду ничего комментить. У нас, кстати, параллельно идут еще игры от Storm Studio, поэтому можете их оценить. Там комментирует Ухо и Crystal May. Я же комментирую сегодня только GoCL. Это один матч Reason Gaming против команды Team Dignitas. Джаги забирают у нас пимпа, дорогие зрители. В этот момент MSL заходит через зигзаг. MSL откидывает флешку. Дальше про него, кстати, не знали. Мог он аккуратно сыграть. Аккуратнее.
так вот, но торопился, в итоге не смог принести пользу своим ребятам, и рассыпается потихонечку команда Дигнит, а Шнейдер остается один против пятерых, взял снайперскую винтовку, досталась она ему в наследство от Пимпа, бомба лежит у нас на зигзаге, ну и Шнейдер попытается сейчас какие-то киллы, наверное, сделать. Нахуй на бочке футбол, но тут М-ка. М-ка без глушителя, опять четкая стрельба. 6-4, Динкта садают раунд. Но все-таки видите, насколько много денег они в свое время заработали. Теперь ни разу на протяжении стольких раундов Диги не делали эко-раунда. Вот, кстати, если сейчас все-таки отдадут Ризанам пятый, наконец-таки доживут Ризаны до так называемого эко. Посмотрим. Маваем, откидывает пока коктейль Молотова на пятак. У нас агрессивно решили сыграть защитники на зигзаге. Сделали подсадочку друг на друга. Заги, хорошая флешка. В итоге ничего не видел у нас игрок защиты. Уходит поглубже. Ну а Тариф, по-моему, знать должен сейчас. Двоих. Или, может быть, и не обратил на это внимание. Меняют, кстати, свое место расположения игроки защиты. Судя по всему, будет отталкиваться теперь от длины. Ну а Дигнитасы начинают накидку довольно-таки быструю. Флеш на центре. Выход через мидл. Кстати, довольно-таки агрессивно работает МСС, четкие моментальные гранаты. Знает этот парень, остается Ханзи держаться с всех сторон за Иксом, и Бэтленд прорвали. Диги, судя по всему, Reason Gaming не доживут до этого своего оппонента, хотя, возможно, будут выбивать через верхнюю тэшку, да, минус Шнейдер. Не палится, правда, Нигериньо, кстати, по камере, чтобы Шнейдер не давал информацию. Обратили на это внимание, как он шел дальше на шифте и в какой-то момент остановился на лестнице, потому что знал, что по нему, возможно, даст инфу игрок атаки. Будучи мертвым, ситуация 2 на 2, Кьярбай очень сильно проседает, хорошая позиция для выбивания. Хунден остается 1 на 1, он знает, где находится оппонент. У Хунденах по ХП все плохо, 20% здоровья, бомба у нас на дефолте. Хунден пытается ворваться в окно, и все-таки Диги берут 7 раунд. 7-4. У Reason Gaming могут быть девайсы, потому что в прошлом раунде они выживали абсолютно все. Действительно, это так. У них есть экономика, и все хорошо. АВП у нас у Джаги, Эмки, у команды Reason Gaming. Напоминаю, дорогие зрители, что у группы GoCell есть, у турнира GoCell есть своя группа ВКонтакте. Сегодня с утра, опять же, был небольшой анонс этого матча. Если вы, например, подписаны на мою личную страничку ВК, @SeniaNavi, то вы можете пролистать вверх и найти, опять же, группу ВКонтакте, или ссылку скину я сейчас вам в чат для вашего удобства. Темпочкой Хунден принимает на центр. Он, напоминаю, вначале очень плохо отыгрывал, как раз-таки на этой позиции Дигнитасы выходили и, в принципе, делали все что угодно, но не тут-то было. Сейчас они были к этому готовы, и... Летает на смок на коробку. Хунден тем временем остается на контрольской базе. Ну и в меньшинстве Дигнитасы попытается разыграть раунд. Да, он выходит на центр, у Хундена проблемы, ему нужно прятаться, ему ни в коем случае нельзя выходить, или только под четкую моментальную гранату от тиммейта на Б, но Хунден получает коктейль Молотова, позволяет его выходить. Шикарная работа от команды Дигнитас в этом, скажем так, маленьком игровом моменте. В итоге вычислили счет, ситуация 4 в 4. Видите, пытается отстрелить нас плент. Я бы... не пережал. На старте, тем временем снайпер команды Reason Gaming промахнулся на Зиги и моментально погибает от Шнейдера. Дингериньо приходит с длины, делает килл. И ситуация 2 на 2, кстати. В меньшинстве, напоминаю, были Дингтасы в этом раунде, но, опять же, они, возможно, затащат от раунд. Собственно, так и происходит. Хандир откидывает моментальную гранату на длину. Кстати, интересное решение, но был Шнейдер к этому готов. Законтролил зигзаг, отлично. Счет 8-4, у Reason Gaming нету денег, но и Дингтасы возьмут. Возможно, еще и 9-й раунд. Ну, сейчас я скину вам ссылку GoCell группы. Хеймер Дингериньо играет перед коробкой, играет с Успиком. Знают у него такие атаки, в принципе, не парятся. Дигнитас уже по поводу этого раунда они, скажем так, важное взяли и теперь просто добирают свое. Кстати, в группе GoCell, напоминаю, есть еще и много-много разных розыгрышей периодически. Хунден играет с эмочкой. Нижней тэшки. Чекает верхнюю.
Тем временем Нингериню на Зиге. Ну, довольно-таки агрессивно играют на Risen Gaming. Одна из немногих команд, которая на дате вот постоянно там пушит верхнюю тэшку, пушит нижнюю, до сих пор используют всевозможные такие комбинации. Но тем временем Дигнас прошли через длину, правда, бомбу они оставили на тарском респауне. И у Пимпа сейчас могут быть проблемки, хотя нет, проблем не будет, никто его не смотрит. Он должен просто уйти в коробку, пробежаться через длину и затащить этот раунд. Хотя играет очень аккуратно, он понимает, что пальму могли поджать и его, возможно, чекают. Но никто его не смотрит, уходит к Пимпу. Случайно об своего игрока еще и застрял. Откидывает флешку на зигзаг. Там у нас находится Мавы, но это сейф. От команды Risen Gaming 10-й для дигов. И приближает Дигнитас и себя, конечно же, к победе в этой встрече. Напоминаю, что мы смотрим второй сезон Гоуцеля. Первый матч группы, в которой, кстати, выступают наши с вами соотечественники. Это Флипсайды. Флипсайды будут играть с поляками. С Добрый Гейминг, если обыграют Добрый Гейминг, тогда встретится как раз-таки с победителем этого матча. Будь то Дигнитас, будь то Risen Gaming. Но пока что мы должны констатировать тот факт, что Дигнитасы немножко ближе к победе. Очень тяжело им давалась карта Декэш. Но вот теперь на Дасте, на пике, опять же, команда Risen Gaming, они показывают качественно другую игру, играют значительно лучше. Пимп с АВП. Капец старт. Промахнулся, откидывает моментальные гранаты. Пытается Дингерини его запушить дробовичком. В этот момент Хандир просил на центре. Пока что не сыграли мухи дробовики от команды защиты. Но вот Хандир сыграл, попал, но моментально получил очень много гранат от команды Дигнитас. Ярбай отсиливает нас Дингерини на длине. Ну и преимущество теперь за командой атаки. Хунден дробовиком находит зигзаг. Играет довольно-таки агрессивно. Уходит поглубже, откидывает моментальную гранату. Пытается отойти. Ослепил террориста. 46. Упэй! Еще немножко попадает. Ярбай 47. Тем временем на картинке у нас находится Джаги с мухой. Ну и террористам, в принципе, нужно теперь, наверное, объединиться и пойти на такую позицию. Так и не делать. Выходит на аплен. МСЛ четко аимец, оцеливает РК с мухой, ставит бомбу. В итоге Мавы подбирает дробовик, подбирает муху, меняет свое оружие. Ну, пытается найти просто хороший девайс. Вот он, калаш 47-й. Ну и разыграет ли раунд 1-2. Перед смоком у нас находится игрок от Токи. Правда, уходит. У нас террорист боялся. Мавы преследует и умирает. 11-4. Победа в первой половине. Уходит в копилку команды Дигнитас. Ну и ждем, пока ребята напишут «Ready», и матч продолжится. От пистолетного раунда, в принципе, зависит здесь практически все, дорогие зрители. Вы со мной наверняка полностью согласны, потому что счет 1-4 на Дасте. И очень тяжело будет, скорее всего, ребятам из команды Risen Gaming, если проиграет, особенно пистолетный раунд. Ну, пока что холдят нас на пальме вчетвером. Судя по всему, пойдут, наверное, на зигзаг. У нас довольно-таки дефолтно играют парни из команды Dignitas. Так называемую линеечку. Эйзи на гусе, есть просвет, есть старт. Вот у Эйзи, наверное, не самый лучший пистолет, чтобы отстреливать довольно-таки на ближней дистанции своих соперников, но тут поможет Пимп. Эйзи вылазит, чекает Диг, замечает оппонента, ловит флеш. Ну, слишком рано вылез у нас Эйзи, хотя еще и попадает сейчас своего соперника. Вот у ГМСЛ отстреливает нас Дингериньо и два террориста на зигзаге. Бомба выпала на пленте А, и очень тяжело сейчас будет игрокам. Хаешку Шнайдер откидывает не точно, она не залетает, не наносит практически никакого демона. Прыгать здесь крайне теперь не рекомендуется на этом ящике, потому что, ну, скажем так, попасть по такой модельке можно довольно-таки легко. Хандир, сутка, Мава, отстреливает Шнайдера, ситуация 2 на 2. Пытается защитить нас все-таки террориста этот раунд. Будет крайне тяжело, но, в принципе, шансы остаются, если сейчас еще и повесят хедшоты. Они вешают, отлично. 2 в 4 этот раунд был, я напоминаю. Остается последний игрок защиты. И кто кого? Перезарядка, потом заканчивается, и МСЛ тащит этот раунд. У нас не было бомбы у атаки, и в итоге раунд уходит в копилку команды Dignitas. Ну, в общем-то, и приплыли Risen Gaming. Теперь глоки, и непонятно, что же стоит ожидать. Глоки. Сплошные глоки. Как-то так.
Пимп. Играет на СМПшкой. Разворот какой. Какой разворот? Играет с успика Мавы с Глоком. Умирает. 13-4. Бомба не стояла. У нас 3300 сейчас примерно будет команда атаки. Там 3500. Ну, естественно, они будут делать бай. Если уже этот раунд отдают, то без шансов. Ну, в принципе, и так. Все очень плохо для команды Rhythm Gaming, дорогие зрители. Попал ли с мухи? Нет. Не попал на джаги из своей мухи. У нас муха. Два горилла, два калаша. Вторая армора у команды Rhythm Gaming. Естественно, знают Dignitas о том, что Ризаны попытаются сделать бай. Но, с другой стороны, чрезмерная агрессия может подвести этих ребят. Ярбай, Тома там чекает верхнюю тэшку. У нас за ящиком есть Т-1, спрейт и находит двоих оппонентов. Отличная работа. Забирает Ярбай минус Шнейдер. Но вот зачем жали, непонятно. В принципе, могли сыграть аккуратно и доводить эту игру уже до окончания. Но так придется еще и повозить, скорее всего, со своими соперниками. А может быть и камбэк сделают парни с командой Rhythm Gaming. Но пока что у нас Эйзи откидывает коктейль Молотова на пятак. Тем временем Хун нацеливает на СМСЛ. Остается Пимп, остается Эйзи. Мы вдвоем против пятерых. Эйзи. Атакует. Сколько уже Дингериньор фрагов в этом раунде сделал? Три. Три фрага. Очень хорошо спрятался за ящиком, но не проверили его. Почему-то защитники не ожидали, что он туда пройдет. Видимо, думали, что услышат, но не услышали своего соперника. В итоге из-за этого дали раунд. Пимп один против пятерых, с АВП зажат на веб-пленте, выдал свое место расположения, идет на пятак, скорее всего погибнет, хотя там слишком мало хп у нас игрока атаки живет и, скажем так, мансует террорист. Им промахивается уже несколько раз с АВП, откидывает флешку, флешка довольно плохая, делает бил, но все-таки погибает. 13-5, пользу команды Dignitas, они отдают один из, скажем так, важных раундов, в первую очередь для команды Reason Gaming. Теперь Дигам нужно делать эко, и, возможно, Reason возьмут шестой. Пимп по 250-м работает на пленте. Чекает яму. Тем временем Хаймердингериньо. У нас нижние тэшки. Три человека у команды Дигнас на пленте, два человека на веб-пленте. Решили сделать дефолт, отталкиваются от Дига. Тут у нас на Диге ЦЗшка. Неплохой выбор как раз таки для этой позиции. Ну и, в принципе, если постараться, можно не хуже эмки заспрейить. Ну, посмотрим как раз-таки за МСЛ. Сандир чекает, дает информацию, вот такой вот спрей. МСЛ, хорошая работа, забирает одного, играет дальше. Выходит. Оп. Заспрейл, минус Ханзир. Шикарно, шикарно, 5 в 3. Очень четкая комбинация, простая, кстати. Как 5 копеек, но эффективная. Один просто сыграл на чек, другой играл с СЗшкой, как с эмочкой. В итоге МСЛ... Отличная реализация этого пистолета. Сделал минус 3. Начинается выход на точку Б, правда, от команды Reason Gaming. Все равно постараются в МСЛ снайперская винтовка калашу Пимпа. Зажаты игроки атаки. Нету дефузов, естественно, в защите. Нужно поторопиться. У нас слишком далеко находится, кстати, вот этот человек, Шнайдер с ПД-70. Он не знает до конца, что у нас никого нету. Работает агрессивно. У нас Дингериньо забирает МСЛ. Ситуация 2 на 2. Я напоминаю, что террористы были в ситуации 2 в 5 практически. Пимп находит нас Хундена. Проверит ли тупик? Проверяет. Проверяет. Тупик Шнайдер попадает сейчас своего соперника. И все-таки он тащит этот раунд, дорогие зрители. Ну и вот она. Новая анимация дефузов. Кто не видел еще? Кто у нас не видел новой анимации дефузов? Вот она. Отличная работа. От команд Dignitas, опять же. Ну, запомните, запомните эту комбинацию. Один прячется, один играет на чек. Как только один замечает, тот, кто прячется, сразу выходит и делает просто киллы. Ну, ТЗ-шку на ближней, на такой супер ближней дистанции, в принципе, законтролить не тяжело. Можно это сделать и одного, двоих убивать. Ну, точно так же, как сэмочки. А длине у нас выход от террористов. МСЛ откидывает сэмки. Эйзи, правда, делает там дальше. Кстати, Эйзи играет у нас с эмкой без глушителя. Решил все-таки, по-моему, поменять данный девайс. И вот он как его контролит. Супер. Классная работа от Эйзи. Готовится Диги взять свой 15-й раунд. Остается последний игрок атаки. Шаги выходит. И это 15-5. В одном шаге от победы команда Team
Дигнитас, дорогие зрители. Дигл, Глок, Дигл, Дигл и Стэк 9. Вот такой вот он бай у нас. Команда Reason Gaming. Вторые арморы у нас пошли. Начинается уже подвеска. Но опять же, тут 3 человека. Одного забрали. МСЛ погибает. Выйдет. Тоже. Игра не пошла. Не удалось забрать. То есть, опять же, в каком раунде. Шикарные флешки, хотя флешки особо здесь работы никакой не сделали. И вот он, плохой бай, с вами команда Reason Gaming. Возможно, ребята затащат. Шнейдер забирает нас Жага. Тем временем на центре действует игрок атаки. И, возможно, сейчас что-то получится. Ярбай под флешку продолжает. Он не рискует. Нужно было намного увереннее работать. Тем более, он, по-моему, заметил своих соперников. Шнейдер делает килл. Попадает в ногу. Ой-ой-ой-ой. Шнейдер 1-2. Там у нас есть снайперская винтовка от Дингериньо. И есть эмка без глушителя. Эмка с глушителем, прошу прощения. В атаке хороший смог, ничего Шнейдер уже не видит. Пытается пустить префайры и... Нет. А, выходит у нас Дингериньо 15-6, Дигнитасы отдают эко, ну, эко-бай, скажем так. Своим соперникам. ВП от Джаги, М-ка с сушителем от Мавы, два калаша. Ну а ребят с команды Dignitas решили сыграть с пистолетом P250 и CZ-шкой от MSL. Хунден на коробке. Шнейдер погибает. Давай, за циклом. Играет на пленте. Тем временем не удалось ему повесить какой-нибудь сногсшибательный хедшот. В прямом смысле. Ну и тут, кстати, видите, уже комбинов немножко по-другому. У террористов решили под флешку сыграть на Зиге. Научены они горьким опытом позапрошлого раунда, когда МСЛ четко сыграл с СЗ-шкой. Ну а теперь решили немножко перестроиться. Зашли на аплен, поставили бомбу. Раунд, конечно же, идет команде Reason Gaming, но опять же, легче им от этого не станет. Потому что тащить и тащить остается этим ребятам. Пока что игра идет очень и очень плохо. По 250 находит, точнее, Дингериньо пытался его найти. Пимп ничего особо не делал, просто прятался, находит. Ой-ой-ой, этот залетел. Хедшот великолепный. Вот Дигнитас играет он с Дезерт Иглом. И это 15-7 пользу команды Team Dignitas. АВПшка от Мавы, полный бай. От команды Team Dignitas снайперская винтовка у Пимпа. Также есть играет этот парень через длину. Ну, получалось у команды Reason Gaming неплохо выходить как раз-таки сюда. Мавы с АВП держит. Пускает префайр и не попадает сейчас в игроков защиты. Абсолютно. Ну, три эмки с глушителем. Он с команды Dignitas Asia играет с эмкой без глушителя. Тем временем Дингериньо отцеливает Ярбая. На пленте подловил. Хорошая работа с АК-47. Начинается выход через центр. И тут у нас Шнейдер пока что один. Там дает помощь ультимейту. У него ничего не вышло в этом случае. И Шнейдер один против огромной арбы. Со всех сторон зажали. Минус Шнейдер. И это восьмой раунд для команды Reason Gaming. Пимп с АВП делает отсел. Хейзер, Ханзир погибает. Но МСЛ тоже не рискуют. И парни, естественно, будут сейвить свои девайсы. Синий это лайв, что-то мало смотрят. Ну, видимо, неинтересная игра. Reason Gaming против Team Dignitas. Не самая хорошая команда играет друг против друга. Ну, с Dignitas знакомы, с Reason абсолютно никто не знаком. Никто не знает, кто такой Мавы, Джаги, Ханзир. Знает только Хундена. И вот, опять же, возможно, Моди, но не факт, что это Моди, потому что у человека ник какой-то совсем непонятный. Хеймер Дингериньо. Поэтому вряд ли это Моди. Ну, может и Моди. Я не знаю. Ну а мы ждем, пока Дигнитасы все-таки возьмут свой победный финальный раунд. Напоминаю, что вторая карта, первая была Декэш, теперь Даст 2. И все неплохо, кстати, начиналось на карте Декэш. Но вот на Дасте, ребята,
Не, ну, опять же, Даста выбор команды Risen Gaming. На Дасте они показывают очень и очень плохую игру. MSL с темкой решил пропушить Рюкзак. По-моему, по ним пока что нет никакой информации. Играет он на пальме. Тем временем у нас перед коробкой есть защита. MSL находит врага, хотя моментально делают свои киллы. Также парень с команды Risen Gaming. У нас Экка с двумя засейвными девайсами сейчас. Вот команда Dignitas, Пим с ВП. Тем временем на просвете Хундана взрывает Эйзи. Пим подкидывает у нас гранату на длину. Кинул смог, меняет место расположения. Уходит, скорее всего, на зигзаг. Но на центре вблизи играет наш Шнайдер с СЗшкой. И его никто не чекает. Возможно, пристроит сейчас своим оппонентам. Пим откидывает, точнее, промахнулся ВП. Откидывает теперь флешки. Тем временем Шнайдер прячется у нас на земле. Хороший спрей, но не хватило патронов. Мог действительно забрать двоих. Тогда подошел Пим, сделал еще один килл. Команда смогло все залететь в этом раунде, но не срослось у Шнайдера. И, соответственно, Пим теперь один против троих, дорогие зрители. Играет он с АВП, и, в принципе, здесь ему нужно сейвить. Не может он запрыгнуть на текстуру ящика. Промахнулся, флешка прилетела. Не рискует, правда, террористы его в наглую пушить. Понимают, что буквально один раунд в команде Dignitas. И все-таки Пим подстрелили. 15-9, дорогие зрители. Неужели Risen Gaming сделают камбэк и не сумеют у нас Диги затащить последний решающий раунд? Хотя дотку просто все смотрят, говорят. Дотку? А кто там с кем играет дотки-то? Что интересного-то в дотке сейчас происходит? Сейчас мы глянем, что у нас на доте-то. Может, мы тоже будем дотку сейчас вместе смотреть? На Б решили пойти у нас быстро. Игроки атаки, Ханзир моментально сливает Шнайдера. Кьярба не понял, что делает за Иксом. И Risen Gaming теперь демонстрирует, что все-таки карта даст 2, это их выбор. Эйзи за окном, два его тиммейта уже уходят на сейф, это еще один раунд для команды Risen Gaming. Ну а в доте у нас ничего интересного, поэтому не знаю, какую дотку кто смотрит. Вообще нет ни одного интересного матча. Эйзи у нас за коробкой находится. Пим тем временем стоит на длине. Бомб взрывается. 15-10, дорогие зрители. КС какашка, лучше играет Раст. Мы разве КС смотрим? Мы, по-моему, Расты смотрим. О, вот эта тактика, кстати, имбова. Сегодня против меня на карте Dust 2 тоже использовали это. Дело в том, что таким вот образом в 2 скара можно прошивать полностью эту створку ворот и, соответственно, наносить огромное количество дэмэджа. Там игроки защиты могут погибать моментально. И, например, 2 или 3 человека могут выбегать вообще на Б. И пока защита думает, что делать, потому что, скажем так, против этой тактики не помогает ни смог ворота, ни смог там возле ворот и так далее. Потому что, по сути, когда вы пытаетесь проплынуть эти ворота, вас прошьет обязательно, ну, почти обязательно скар. И, соответственно, пока защита думает, что делать, пока она ждет того, чтобы у скара закончились патроны, и потом пропрыгивает, 2 террориста будут уходить смело на Б-плент. И это, в принципе, должно работать. Я хочу это еще потестировать обязательно в каких-то своих играх. Пимп находит нас Ханзира. Ну, наконец-то. Команда Dignitas в преимуществе. Все хорошо. Ребята вчетвером, правда, против двоих. Опасно. Джаггис с АВП, МКУ Мавы, парни зашли на зигзаг и, судя по всему, будут выходить именно сюда. Правда, у нас на центр уже забился Шнайдер, и зря он это сделал. Джаггис отстреливает своего соперника, Пим промахивается, дорогие зрители. И на плент в итоге заходят у нас игроки атаки. У нас в верхней тэшке до сих пор находится Кьярба, не знает, что происходит. Бомба устанавливается, у Кьярба ни сколько информации нету, Кьярба только сейчас-то понимает. И, по-моему, сейчас Dignitas могут отдать раунд, опять же, 4 в 2. Если они отдут этот раунд, то ой-ой-ой, как тяжело будет. Кьярба откидывает нас гранаты, прилетает флешка. Джаги с АВП не попадает, отстреливает нас игрока на Дельпане. Четкая хаешка, и все-таки справляются у нас Dignitas с этим раундом. Отличная работа, дефузы есть, все хорошо. Поздравляем команду Dignitas. У нас, кстати, есть опять же статистика по Dust, дорогие зрители. Вот она у вас на экранах. Замечательная статистика, где у нас проходили киллы.
на дасте. Видите, киллы происходят в тэшке, в центре. И, ну, вообще все киллы на дасте проходят на контровской, скажем так, половине. Только вот здесь вот. Больше, скажем так, киллов. Ну, поодиноке, конечно, есть. Тут на коробке, перед коробкой. Там, опять же, вот здесь есть килл на терском базе. На терской базе, это значит, кого-то там отстреливали. По статистике 20-20-20. Вся команда Team Dignitas показалась очень хорошо. Немножко стоит MSL. Но, в принципе, в пределах допустимого. По хедшотам у нас теперь Кьярбай. Не фраг лидера, а хедшот лидер. 63% в голову. По статистике у команды Ризан остается очень сильно Мавы. У всех остальных более-менее неплохо. Но Джаги тоже 12. Правда, Джаги снайпер. Это стоит брать во внимание. И снайперу нужно, ну, действительно на дасте набирать намного больше фрагов. Ну и как раз таки 33% хедшотов от Джаги говорит о том, что это человек снайпер. Прежде всего, у Мавы очень низкий показатель, 33%, ну, 58% это хедшот лидер у команды Reason Gaming, человек с ником Ханзир. Собственно, и все, дорогие зрители. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Вторая карта прошла без неожиданности. Dignitas побеждает 2-0 по картам. Как-то так. Спасибо большое, что смотрели.